Я сделал заявление, что Порошенко, Плохотнюк договорился с Порошенко, что когда я буду лететь авиакомпания Air Moldova, посадить самолет в Одессе на запасной аэродром, якобы что Кишинев не может принять, для того, чтобы я там был арестован и как Плохотнюк выразился там. И мне в СБУ Украины это четко дали стенограмму этого разговора с Порошенко. Значит, что, говорит, Усатого важно продержать 2-3 года, потом от его партии ничего не останется и так далее.